Куда едем за Балой? Куда едем? Мама на пробежку. Приехали? Выходи. Мама на пробежку, а Забава на прогулку. Так, куда нам идти? У нас каждый день новый дом, да? Тебе нравится так жить? Да, пойдем, пожалуйста. Первый этаж. Мы сегодня... Здравствуйте, кстати, всем. Туда не надо, там парковка забыла. Там этаж парковки, пойдем мы туда. Здравствуйте всем. Мы сейчас в Симферополе находимся. Сегодня снимали фильм в Крыму, крымских татар. И завтра мы собираемся наконец-то уезжать из Крыма, потому что нам попались какие-то не совсем теплые дни. Да? Что, пойдем? А, это наша машина. Забава нашла свою машину? Да, ура, где папа? А папы нет. Здесь что интересно, везде такие маковые поля сейчас цветут, прям вообще супер. На днях хочу возобновить этот канал, снова начать снимать и немножко даже сблизиться с вами, объяснить свои мотивы, зачем вообще я так поступаю, для чего. Потому что, в общем, я делаю, а вы не понимаете. Либо я что-то говорю, а вы не понимаете меня, поэтому у нас с вами какая-то вот такая связь, недопонимание. Поэтому это нужно, я считаю, исправлять. И много слишком вопросов. Таня, что случилось? Куда вы пропали? Почему ты не снимаешь на этот канал? Почему вы вообще не в деревне, а где-то в городах, либо в других селах? В общем, я все объясню на днях. Вот, смотрите, сколько маков. Это, конечно, не поля, но все равно много. Красота. Ну что, Забава? Тебе папа билет купил туда? А на каком ты хочешь прокатиться? На желтом? А желтый вот красивый был. Забава будет кататься сегодня на колесе обозрения. На следующем желтом? Да, мне тоже нравится. А давай подождем. Залезай, Забава. Ух ты! Круто! Сейчас на море посмотрим, да, Забав? Как вы считаете? Так, встань на колени. Ух ты, смотри, как прыгает ребенок. Ну, это прыгает. Да? Весело. Видите, мы что-то едем. Мы завтра проедем. Давай. Давай. Вот это вот аттракцион, вот это я понимаю. Вот это вот по-нашему. Сидеть просто и смотреть. Угу. Бородатую щечку. Спела? Да. Баб колечки дабы. О, Марина, самокат катается, да? Самокат. Теперь немножко подрастешься, самокат будет, да? У тебя будет свой самокат. Ух ты, радуга вышла. Поначалу страшно было так. Радуга. Забав, смотри на море, смотри. Ой, красиво как. Красота. А? Страшно? Ты главное Забаву держи. Закат. Смотри, Забав, море, море. Да не бойся, тебе не страшно. Что, страшно? Так ты сама хотела. Не страшно. Со мной. С папой, да? С папой не страшно. Мы поехали на второй круг. Хотя оплатили только один. Максим сказал, что... Максим попросил ручку. Вселенной, чтобы ручку да.
этого очень человека не было, который должен был нас выпустить. Мы поехали второй круг. Ну что, скажем, что ручка заклинила. Это не открывается, я дергаю. Да? Скажем, вы заняли наше время, мы вообще хотели дальше идти. У нас там вообще, наверное, в тире ждет. Я забыл. А дядя оказался добрый. Главное не спросить. Да. Максим... Они в наглую уехали. В наглую, как ты. Но мы и в наглую тоже уехали. Держаться не А еще, да, он пришел. Так держать, не открывать. А еще мы попросили дополнительный круг. Поехали на третий. Вот, катаемся. Хотя оплатили за один.